Ну здорово! Да, продолжай. Сербская леди никуда не пропадала. Тише, тише, тише. Мы узнали, кто это такая в прошлом видео. Помните, она чуть не сожрала. Если... Если не успеть поставить лайк за 3 секунды, то она придет тебе ночью и сожрет. Да-да-да, давай поцелует, обнимет. И до смерти зовет. 2, 1, твой дос! Пожалуйста. Тетя, не бей! Не надо! Усаживайтесь, укутывайтесь, не играйте, сербской леди, злая тетка. Помните, в прошлый раз, да, сегодня у нас продолжение. Что сегодня сделать с нашими героями? Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу, подписывайтесь на канал переписки, давайте их поддержим. Берите что-нибудь вкусненькое, я взял свои любимые хрустики. Блин, это такая штучка прикольная, вообще просто имбище. А мистер... Да, но это последнее. Ребята, будем хрустить. Мне страшно. Поехали. Я сейчас залез в школу ночью. Чего? Чтобы ее... Ее? Кому не говори. Огонек написал. Видео прислал какой-то, он заходит в школу ночью. Чувак, реально? Обалдеть. Ничего себе. Прикол, ДС. Школу ночью? Ты совсем что ли? Ага, совсем, что вообще. Нужно? Все из-за училки. Хочу ее проучить, она меня совсем достала. А что, училки спавнятся только ночью? Ты чем? Парадокс. Тебе не нравится, что ты на такое решился? Да, она меня постоянно достает. Она как? Двояк в четверти влепила. Я это так не оставлю. Так может быть ты не учился, чувак? А? Начнем с этого. Поэтому сейчас она получит. А, месть, месть. Ну окей, посмотрим, что у тебя получится. Ты совсем что ли? Хочешь, чтобы тебя совсем из школы выгнали? А я Никита. Везде побрито. Почему меня должны выгнать? За хулиганство. За это вообще-то исключить могут. Да, посмотрим по камеру, кто чел. Я это сделал. А камеры так, просто так висят, правильно, чувак? Там камера везде, охранник тебя мгновенно вычислит. Угу. Ой, не надо, ему гораздо интереснее смотреть в свой телефон, а не в мониторы. Да-да, когда что-то стучи, сразу... Тихо! О, реально, сидит, дядька. Спит. Нормально. И как ты собираешься забраться в школу? Все двери заперты, окна тоже. Сейчас не все. Я окно в мужском туалете оставил открытым еще днем. На первом этаже? Его наверняка закрыли. Охранник перед дежурством проверяет все. Да. Нет, точно не закрыли. Я там замок на одной створке окна сломал. Блин, обалденные штучки, хочется еще, просто но не последнее. Если не нужно, окно откроется. Ага. Вот ты просто. Ты не представляешь, как она меня довела. Ух, довела что? Меня. Ты теперь хочешь школу? Да, но сначала заберусь в класс и повытергиваю все ее любимые цветы из горшков. Ой-ой-ой. Что у нее там растет? Фикусы, фиалки. Кажется, они единственные в классе, на кого она не орет. О, да, фикусы и фиалки, на которые все родители сдавали деньги. Класс. Великолепный план, Уолтер. Общий класс, да. Родители ну, тоже да, его финансируют. Она свои растения любит, трясется над ним. Ну да. Ну не думай, что она за свои покупала. Как же она меня... Видео ну, продолжится через секунду. Если вы за 3 секунды успеете поставить палец вверх и подписаться с колокольчиком, то тогда в учебном году вы будете получать только одни пятерки по всем предметам. Опа! Также ребята, для ставьте вас лайк. Отменят все контрольные работы до того момента. Что? Ё-моё! Кто это бьется? А реально я не шучу! Ставьте лайк, когда к никому интервал не придет и на пятерке будет учиться. Школу. В общем, ага. Можешь сделать эти 3 простых действия, а я обо всем договорюсь. Ну, может, не надо, только хуже будет. Угу. Будет хуже. Хуже? Куда еще хуже? Ты знаешь, как она себя ведет со мной? Что творит? Что? Можно я с учителем разберусь? Нет, ты сейчас что? Здесь. В кабинете меня не будешь. Давайте я поспорим. Пошел отсюда. Что ты а? Я пошел ты отсюда.
спорите никогда с учителем, ребята! Не спорьте! Она, по-моему, не спорила с ним никто. Он сам начал выпендриваться. Это слишком. И так постоянно, почти каждый день. Может быть, он просто ее довел. Может быть, такое. Я не знаю, может быть, он хулиганчик. Мальчик-хулиганчик. То не так смотрю, то хамлю. Надоело. Надоело, ну все, хана. И жаловался на нее директору. Мать. Да кто меня слушать будет? Я двоечник и бездарь. А, так, ё-моё, я двоечник и бездарь. Она заслуженный Ну, так я двоечник и бездарь. А он не пробовал учиться? Простите, конечно, за мое занудство, но... Тут, конечно, ну, такое себе, если честно. Кажется, что твой план... Ну, план реально перебор, ну, это капец, ну, реально. Почему ты вообще меня отговариваешь? Да потому что ты... Урик, она блин. Постоянно до меня докапывается, орёт, может в класс не пустить. Угу, и что? Не пускать? Ничего, понял? Тихо! С тобой поговорят нормальные люди, как себя вести надо, и как с учителем разговаривать. Я ух тебе ты, ёкаламан. Ух ты, да. С другими учениками как? Ну, нормально, наверное, со он единственный. Со всеми неадекватно. Со всеми. Меня она особенно не любит. Особенно не любит. Я, кстати, уже на месте. У вас есть такой, ребят, в классе, что у вас именно учитель вас не любит? Напишите, пожалуйста, в комментариях, поделитесь, если может, честно. Интересно. Да, подхожу к ее кабинету. Так. С фонариком, реально! И там какие-то звуки были сзади. Прикол. А тебя никто не видел? Да нет здесь никого. Я вхожу в класс. Прикинь, тут дверь не заперта вообще. Я чьи-то шаги слышу. Охранника, наверное. Тихо, чел. Тихо, не надо. Пожалуйста. Что там у тебя? Это было слишком. Ну как? Ау. Ау. Ты почему ты молчишь? Показалось. Я выдернул все ее растения. Вот это да! За окно отправились. Ничего себе! Ты их выкинул. Вот это пакость. В окно. Это же какой грохот был. Да. Ты не очень, там газон внизу, звук глухой. То ну да. Я слышу какие-то звуки в коридоре. Но мы не забываем. Это, наверное, охранник. Он все-таки услышал, как наверное. Падали горшки. Возможно, мне нужно смываться отсюда. Да давай быстрее. Тут точно кто-то есть. Я слышу звуки, но они странные. На шаги не похожи. Да. Где ты сейчас? Я выбежал в коридор, иду в сторону запасного выхода. Как-то страшновато здесь. Свет моргает, пустой коридор и эти звуки. Есть. Давай, срочно выходи оттуда и как можно скорее. Выходи, чел, быстрее, там только же сербская нет. Леди. Нет? Ты рофлишь! Кто это был? Сербская леди! Не знаю, что-то не страшновато, как-то прям сердце колотится. Ё-моё, чел, беги! Скорее! Ух, я, кажется, от нее оторвался. Это, наверное, училка была, да, превратился в сельской леди. Да, и довольно далеко ушел. А так он вышел из школы, на этом еще не все! Подхожу. А ему же еще в школу завтра идти. Кто это был? Понятия не имею, тетка какая-то странная. Правда, напугала меня, было страшновато. Да-да. Да уж, странная ситуация. Слушай, Зая, может к тебе в гости заеду, можно? Часа ночи. Позависаем. Позависаем. О, классная идея, давай. Школа утром идти, а мы в 3 часа ночи зависаем. Оу. Мои родители как раз на дачу на пару дней уехали. Дома никого. Дома никого, ребят, значит, ставьте лайк. Можно приехать? Можно приехать. Конечно, приезжай. Жду тебя, мой хулиганчик. Всё, скоро буду. Мой хулиганчик. Ой, кажется, я снова её вижу. Обалдеть. Кого её? Тётку. Странную женщину. Это сербская она леди. Что, преследует тебя? Похоже, да. Перемещается как-то очень быстро. Движения странные. Тихо, чуваки, пожалуйста, не надо. Не стреляйте.
Не пугайте. Я пытаюсь от нее убежать. Походу он нарушил ее... Беги этот... как можно быстрее танец. И не оглядывайся. Его хотят замочить, если я не ошибаюсь. Что ей нужно? Не знаю, но выглядит это все странно, неестественно как-то. Да беги давай, чувачело. Я завернул за угол дома и спрятался в первом же дворе. Она мимо прошла. Вроде оторвался. Вроде оторвался. Ты далеко от меня, тебе еще долго добираться? Не очень. Так, потихоньку иди в другую сторону. Иди. Нет, я ее опять вижу. Она заметила тебя? Похоже. Нет, она меня не видит, я за забором пока. Что это? Парка. Что она делает? Что? Что? Она танцует на ним? Чего? Она схватила какого-то прохожего. Реально, что она с ним сделала? Розыгрыш. Не розыгрыш, я не понимаю, что происходит. Перед этим она танцевала. Да, он друзья, ее нарушил. В вашей школе есть какие-нибудь не очень хорошие учителя? Расскажите в комментах, да. Какие-нибудь, да, случаи, ребят, напишите. Когда учителя очень сильно злились и из-за, да, напишите, чего, ребят. Было бы интересно напишите, почитать. Напишите, ребята, подписывайтесь. Слушай, это похоже на женщину, которая танцует по ночам. Да, это она есть. Помнишь, я тебе недавно легенду пересылала? Про сербскую леди? Да, это она. Да, женщину, которая выходит после часа ночи на улицу и начинает странно танцевать. Точно, и которая охотится за всеми, кто прервет ее танец. Да! Да, похоже, это она. Не похоже, а это точно она. Как же я сразу этого не поняла? Не поняла. Похоже, я прервал ее танец в школе. Да, а как ты музыку не услышал? А как ты музыку не услышал? Она идет в мою сторону. Все, чувак, беги. ПЖ, прячься, беги отсюда. Спрячься куда-нибудь. Прячься. Да где я спрячусь? Куда-нибудь. Да хоть где-нибудь, за стенкой какой-нибудь затаись, за кустом или деревом. Можно в подъезд забежать. Я спрятался за машиной. Ах, как же мне не по себе. А сербская леди? Она совсем рядом. Мое сердце стучит так громко, мне кажется, его слышно на всю улицу. Мари, старайся не двигаться, не выдай себя. Не выдай, чел, пожалуйста, мне тебя ж сожрут. Мне очень страшно. Кажется, она проходит мимо. Тихо. Видосик. Да сиди ты ровно. А! Она рядом. Танцуй, тверкает. Точно, она уходит, она меня не заметила. Я сейчас пойду в твою сторону, мне осталось недалеко до тебя. А, как кажется, ко мне не надо идти. Что? Да, не ходи ко мне, нельзя сюда. Почему? Что случилось? Что? Она теперь у меня под окном. Их что, две? Сербская леди. Да, во дворе, танцует с вас... Ё-мо, кто это бьется? Жесть. Страшный танец. Обалдеть. Чуваки, это просто жесть. Имхана. Как она там оказалась? Кирдык. Не знаю, она как-то поняла, куда ты идешь. И она уже добежала. Тебе нельзя ко мне. Да, тебе нельзя. Как она меня нашла, лишь бы все было хорошо. Запись телефона парня. Привет, сынок, ты скоро будешь дома? Мам, что случилось? Я просто волнуюсь, поздно очень, тебя дома нет. Я тут решила печенье испечь, твои любимые, они... Что, печенье в 3:30 утра? Ты смеешься? Ну сколько можно? Мы почти готовы. Ты готовишь печенье ночью? Это точно мама? Ну да, все равно не спится. Смеешься, это мама? Точно ты. Это не мама. Конечно, а кто же еще? Это не мама. Я не люблю печенье. Сынок, приходи, пожалуйста, скорее. А где, кстати, его мама? Ну, почему родители не беспокоятся, что его нет скоро дома? Скоро буду. А?
Запись телефона девушки. Лучше не ходи домой. Да я совсем рядом с домом был, пока тебе писал, дошел. Вот, дверь открываю. Уже? Сербская леди, прямо здесь. Нет, стоп. Ай, блин. Е-мое. Она бежит за ним. Беги. Вот, пожалуйста. Куда ему бежать? Он бежит и на ходу еще печатает. Обалдеть. Ты на улице? Жесть. Подъезде, на запасной лестнице, убежал наверх. Ой, как он будет бежать? Шаги. Пытаюсь бежать. А куда? Ё-моё. Он вниз. Жесть. Обалдеть. Ты убежал? В порядке? Ответь. Да, я на улице. Беги оттуда. Беги, давай. Не могу. Мама дома одна, не могу ее оставить. Ты смеешься, ты поверил! Ну это дичь. Это просто. Ну сколько можно? Ты поверил, чел! Вернуться? Да, я сейчас захожу через другой вход. Ну что, мама дома? Нет, здесь... Стоп, подожди, он пришел уже домой. Никого. К себе? Значит, я была права, это ловушка. За окном странный свет, сейчас проверю, что это. Он пришел. Нету никого! Только не это! Она прямо за твоим окном! Сиди дома, это самое безопасное место! Она не может разбить никуда окно? Никуда не уходи до утра! Да, я останусь здесь! Так, ты только не это! У меня дома что-то странное происходит. Что такое? Телевизор сам по себе включился, смотри. Смотри, сколько видосянов. Обалдеть, она прыгает. Что? Тихо. Пожалуйста, Нина. Фух, ничего не было, ну ё-моё. Выруби его, выключи этот телек. Включай. ПЖ. Выруби его, выключи этот телек. Не могу, пусть не реагирует. Выдерни из розетки. И розетка. Ох, тоже получилось, нет. Выключила. Получилось, молодец. Все в порядке. Все в порядке, не совсем. Но не совсем. Что не так? Какой-то страшный звук за окном. Очень близко. Какой звук? Не знаю точно, он тихий, словно кто-то заунывно поет. Выгляни, только осторожно. Не выглядывай, пожалуйста, не надо. Страшно, руки. Что ты делаешь? Ватные. Просто осторожно посмотри, что там на улице. Не выглядывай. А, она здесь, она уже здесь. Под окном. Танцует. Это она стоит прямо перед домом. Все, вам хана, чуваки. Спокойно, плохая была идея идти в школу. Она не сможет к тебе зайти, даже на участок попасть не сможет. Двери и окна заперты, так? Так. Да, я все закрыла. Так, хорошо. Вот мне они сами страшно. К ней идут. Вот нельзя просто ты сидеть тихо она и ничего не делать. Она не сможет никак тебя достать. Очень надеюсь, я дома закрыла балкон. Да, все правильно, ну дальше, ничего, все нормально. Кто-то стучит в дверь очень сильно. Да, кто-то стучит. Она уже у дома. Она как-то смогла попасть на участок. Нет, Тюби, не выходи, не выходи. Да не смотри ты никуда. Я не хочу подходить к двери, это точно она, я чувствую. Да не смотри ты, пожалуйста, никуда. Может, это кто-то из соседей. Ты смеешься, говорит... Не выходи, ничего не делай, сиди дома. Посмотри в глазок. Это дичь. Кто тебе поможет? Да никто тебе не поможет, в том-то и дело. Да, мистер Лёва. Давай, ты сможешь, просто посмотри в глазок. Да не смотри, ты что, смеешься, что ли? Чувачела, не смотри. Я постараюсь. Да, пожалуйста, не надо. Ой, у меня сверху что-то упало. Ты серьезно? Ничего себе! Жесть!
Я аж дар речи потерял, у меня просто вся кровь застыла, ё-моё. Чуваки, эта отвертка упала, блядь. Подожди, если мы сейчас откроем дверь. Спустя несколько минут. Со мной все хорошо, я выбралась и убежала. Это ты? Нет. Выйди ко мне скорее, я стою у твоего дома. А, да, он же голос не слышит. Прямо у твоей двери. А зачем выходить? Кто ты? Ты не моя девушка. Я никуда не выходи пойду. Никуда. Это не поможет. Я все равно доберусь до тебя так же, как добралась до твоей девушки. Представь, что возвращаясь домой, ты бы увидел кого-то, похожую на сербскую леди. Расскажи под видео, что бы ты сделал в первую очередь. Я даже не знаю, что сделать в этом моменте, потому что она может до тебя добежать. Позвонить в полицию? Нет, надо написать обязательно другу, чтобы было хорошо. Тут видно база. И бежать, и одновременно переписываться. Это, конечно, серьезно. Я даже не знаю, что бы я сделал. Надо позвонить в полицию, но... Поможет ли она, приедет ли она, скажет, блин, что... Дядя, ты что, серьезно, какой там тебе сербская леди? Ты что, в Сербии, что ли? Нет. Давай-ка, не балуй. Пацан хотел отомстить своей учительнице, но попал на такие грабли. Что бы вы сделали, ребят, напишите в комментариях. Ставьте лайк, если вам понравилось, никакая сербская леди, никакой страшный морд к вам не придет. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал переписки, подписывайтесь на Дзену, на телегу, на все на свете. Жмите на колокольчик, чтобы не потеряться. Смотрите ночью, жмите вот эту штучку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы, сверху специально вас, и снизу еще одно страшное видео в сербской леди, которое я для вас выберу. Так если вам понравится, с вами, как всегда, я, Райли, здоровья, счастья, успехов, всем самым наилучшим. Лучше берегите обязательно себя и своих близких. Будьте счастливы, будьте, конечно, здоровы. Увидимся в новых видео. Пока.